Здравствуйте, Айварс. Это видео про ваш переходник с одуванчиком и про одуванчик отдельно. Вот смотрите, вот он переходничок. Установленный одуванчик. Сейчас я его проверю в моей камере. Очень аккуратно совмещаем красную точку и средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Чуть-чуть утапливаем и поворачиваем против часовой стрелки до защелкивания. Я запрограммировал фокус на расстояние 135 мм и диафрагмы от 2,8 до 22. Задняя крышка и ключик для винтиков и одуванчик отдельно. По умолчанию в одуванчике фокусное расстояние 45 миллиметров и диафрагма 2,8. Вот сейчас я вам продемонстрирую, что одуванчик полностью работоспособный. Входим в режим программирования. Вот, как видите, надо выключить еще раз камеру, чтобы она полностью потухла. Иногда с первого раза, если питание камеры было не выключено достаточное время, в режим программирования одуванчик не входит. Вот смотрите, одуванчик вошел в режим программирования, начали меняться диафрагмы. Вот сейчас я покажу вам. Вот нажимаем на функцию F40. Это программирование конечного значения диафрагмы. То есть, предположим, у нас начальное значение диафрагмы, так же как на Таир 11А, 2,8, а конечное 22. И вот, соответственно, 2,8 нам уже не нужно программировать. Мы программируем конечное значение 22. Вот идет по кругу. Ну, я не буду ждать, пока оно будет 22. Вот сейчас до восьмерочки докрутим. То есть вы можете всегда перепрограммировать. И когда нужное значение диафрагмы появляется на дисплее, нажимаем кнопку спуска. Вот смотрите, диафрагмы запрограммировались от 2,8 до 8. И сейчас еще раз выключаем, включаем, входим в режим программирования. И дожидаемся, когда будет на дисплее значение 90. Это сброс одуванчика на значение по умолчанию 90. Все. Одуванчик снова запрограммирован по умолчанию. Сейчас я все это упакую. И завтра утром отправлю из Словакии к вам в Латвию. Одуванчик будет в поролоне. Так, еще раз я его проверю, чтобы, не дай бог, от падения объектива ничего не случилось. Вот, все, одуванчик абсолютно целый.
И я вложу его внутрь КПАН и упакую. Все, спасибо за внимание. И спасибо еще раз за покупку.